Или она говорит, я не чувствую твой член. Потому что, простите, кого ж ты будешь ебсти таким большим членом? Чтоб как вставила, так она сразу почувствовала. Совсем нет. И в этой позе женщина получает максимальное удовольствие от твоего члена, и она как бы его ощущает. Имеет ли значение размер? Такой, может, вот такой или вот такой. Так какой лучше? Действительно ли нужно, чтобы он был потолще или потоньше? Так все-таки мужской инструмент имеет ли такое глобальное значение в постели для женщины? И его размер мы сейчас разберемся. С вами Лилита Хули, вы находитесь на моем канале, где мы говорим открыто обо всех закрытых темах, которые не принято говорить в приличном обществе, но на моем канале можно все. Насмотревшись порнофильмов, где главные актеры обязательно вот с таким хуем, многие мужчины впали в депрессию, многие в кому. Есть и такие, кто побежали к пластическим хирургам для того, чтобы увеличить размер своего члена. Так вот, дорогие мальчики, все, что хорошо на экране, совершенно зачастую непригодно в жизни. Потому что, простите, кого ж ты будешь ебсти таким большим членом? Только, наверное, лошадей. Потому что женщина, она маленькая и миниатюрная. И, наверное, многие мальчики слышали, у всех даже, кто считает свой член среднестатистическим, что у меня просто обычный или маленьким, хоть раз в жизни слышали от женщины, что «ой, а мне больно». Так получается, что он для нее слишком большой, а ты-то думаешь, что у тебя среднестатистический? Ты-то хотел уже бежать к хирургам и увеличивать, а тут ей больно. Так получается, что у тебя большой или все-таки размер не имеет значения? Или, например, ситуация обратная. Она хочет глубже. Или она говорит «я не чувствую твой член». То есть вы сразу воспринимаете это почему-то на свой размер. То есть вот она сказала тебе, что я его не чувствую, и значит, у меня слишком маленький, значит, нужно сделать большой, чтобы как вставила, так она сразу почувствовала. Совсем нет. Нужно найти просто позу, в которой она максимально будет себя чувствовать. Например, если она лежит животом на кровать, а ты сверху на ней. Это поза максимально глубокого проникновения, и в этой позе женщина получает максимальное удовольствие от твоего члена, и она как бы его ощущает. Но при этом одинаково, если ты поменяешь позицию классическую, она уже перестанет так сильно ощущать твой член, и, например, она тебе говорит то, что ну здесь как-то вот мне не очень. Это просто означает, что тебе нужно найти позицию, в которой действительно она будет кайфовать. Секс вообще он не ограничивается тем, что у тебя большой или маленький. Секс — это про тело. Его можно трогать, его можно мять, кусать, целовать. И на самом деле всем известно, что возбуждение, оно все-таки в голове. И в первую очередь, конечно, когда ты вставляешь в нее член, ты уже ее взял. Для того, чтобы женщина с тобой кайфовала в постели, одного члена парни мало по-русски. Вы должны исследовать ее тело. У вас есть язык, у вас есть пальцы, и у вас есть куча, поверьте мне, разных фишек, вообще-то у вас обнаженное тело женщины, для того, чтобы ее возбудить. Когда женщина возбуждена, когда ты можешь довести ее до оргазма разными способами, и не только членом, поверьте мне, вот тогда размер точно 100% не имеет никакого, абсолютно никакого значения. Никак ни для вас, ни для нее. Более того, у вас не возникает такого вопроса. Если женщина кончает, разве вы задаетесь вопросом о том, какого размера у вас член? Да никогда. Поэтому здесь все-таки вопрос, я бы сказала, глубинно. А кончает ли твоя девочка с тобой? Вы можете найти очень много способов, когда женщина кончает не только от члена. Но у тебя есть пальцы, у тебя есть брат, губы, у тебя есть язык. У тебя есть очень много разных ресурсов для того, чтобы довести свою женщину до оргазма. Поэтому поверьте мне, поверьте, просто размер не имеет никакого значения. Важна твоя техника, важно, что ты делаешь в постели, какие эмоции ты вызываешь. А вот это вот 15 сантиметров, 10 сантиметров, 18 сантиметров, это вообще не играет никакой роли. И к удовольствию от секса, и вообще оргазму, это не имеет, кстати, вот никакого отношения. Поэтому раз и навсегда
поймите это и усвойте. Размер не имеет никакого значения, совершенно абсолютно. Вы можете доставить удовольствие партнерше, вообще не используя член, и женщина будет от вас кайфовать и сидеть на вас, и считать вас самым лучшим своим любовником. Если тебе понравилось это видео, ставь мне лайк и нажимай на колокольчик, подписывайся на мой канал, и ты будешь всегда в курсе, когда выйдет следующее видео, где мы поговорим на самые запрещенные темы, на которые так хочется обсудить, а со мной можно. Пока!